История, культура и быт одной из самых закрытых стран мира, а потому и загадочной для многих, предстала сегодня в произведениях искусства. В картинной галерее открылась выставка мастеров Северной Кореи. Собственно, ко дню образования КНДР, который будет праздноваться 9 сентября, и приурочили этот вернисаж. В нашей стране женщины очень любят вышивать, а те, кто не умеют, им трудно выйти замуж. Наша страна окружена с трех сторон морями, поэтому у нас есть возможность представить сувениры из ракушек. Техника, в которой выполнено большинство представленных тут работ, называется маньоньхва. Эти картины могут сохранять свой первоначальный вид десятилетиями, ведь экспонаты созданы рукодельницами из натуральных материалов – песка, ракушек и так далее. Кстати, понравившуюся работу можно тут же приобрести. Цены на такого рода панно варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Выставка творчества мастеров Северной Кореи в картинной галерее будет работать до 12 сентября. Очень впечатляющие картины, очень живо выглядят и очень реалистично. Очень много ярких красок и возможностей, чтобы потом в будущем это добавить в своих работах. С позиции цельности, это вечная проблема в изобразительном искусстве, работы, конечно, очень сильно трогают. Сочетание ракушки и где-то, вот я так понимаю, акрил используют они, рисованные, скажем, да, фактуры основы бумаги и ракушки, сочетание очень гармоничное.